Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 2 с первой PlayStation. Ну что же, в прошлой серии мы с вами одолели чемпионат супертуринга, протестили S2000, полученную за золотую лицензию класса B. Ну а в этой серии давайте начнем ее, наверное, по доброй уже традиции, с гоночки раллийной. Сейчас что-нибудь выберем интересное. Давайте какую-нибудь трассу другую возьмем. Вот. И вот, например, давайте купим Astra SRI. Opel, то бишь. Так, Opel, Opel. Вроде германский должен быть, но чё-то я его тут не наблюдаю. Странно, неужели он... Неужели это не Германия? Да ну. Странно. Где Opel? Очень странно. Opel нету. Opel, вот. Вместо Опеля здесь, это же европейская версия, блин, странно. Вместо Опеля они сюда засунули Vauxhall, точно. Вот она, Астра. Она тут, значит, идет не как Опель, а как Vauxhall, Астра. Ладно, берем ее. И тут получается еще одно отличие, ну, допустим, американской версии и европейки. Ну и также японки. Так, ну, чтобы на равных выступать с соперником в ралли, нам надо будет прокачать ее сейчас, ну, полностью, в общем-то, практически. Потому что в чемпионате в раллином там машины полностью прокачанные выступают. И уже никаких поблажек нам не дается там вообще. Собственно, это есть одна из причин, почему именно раллийные гонки довольно сложны. Потому что, ну, в кольцевых гонках не так много чемпионатов, где машины полностью прокачаны. Только там самые какие-то последние. Вот, а здесь нет, здесь... абсолютно затюнингованные тачки. Даже у них куплена гоночный обвес, гоночные модификации. Ну, нам, конечно, это не обязательно делать. Главное вот механическую часть качнуть до конца. Ну, может быть, за исключением какой-то электроники. Ну и, как я говорил уже в прошлой серии, раллийные гонки я буду записывать, ну, только удачные попытки, потому что, ну, вряд ли у меня где-то получится с первого раза выиграть. Ну, по большей части, естественно, это из-за того, что я не знаю трасс раллийных совершенно. В раллийный режим не так часто ездишь, поэтому... Вот смотрите, какая довольно-таки симпатичная у нас астрочка получилась. Но покупать мы, естественно, не будем. Денег нету, да и вообще не так это важно. Так, ну и да, как я уже сказал, раллийные трассы не так часто используешь, и поэтому я их, ну, знаю плохо. Вот, так что с первой попытки вряд ли что-то где-то получится. Ну, приступаем. Так, ну и, в общем-то, да, как я и говорил, с первого раза выиграть не получилось. Поначалу первые две попытки вообще просто учил трассу, проигрывал сопернику. Это, на самом деле, вот это моя четвертая попытка. Вот, и... третий я уже, в принципе, мог выиграть, но в последнем повороте, точнее, в предпоследнем повороте немножечко
слишком много затормозил, в общем, перестраховался, и он меня буквально на флажке обошел. Ну, сейчас, надеюсь, не совершу такой ошибки. В принципе, трасса довольно простая в освоении. Знаю, что здесь во второй части есть раллийная трасса какая-то, она очень длинная. Там проходишь ее на прокачанной машине, что-то в районе 4 даже минут, по-моему. Вот, и, ну, конечно, она тут будет, видимо, где-то позже. Ну, здесь пока особых затруднений не возникло. Опять же, довольно сильно печалит, что не дают машины за раллийные чемпионаты почему-то, могли бы и давать. Ну, хотя бы, тут получается в каждом чемпионате по 3 заезда на одной и той же трассе. Могли бы хотя бы в третьем заезде, ну, как бы самом сложном, давать машину хотя бы вот за один заезд. Но, увы, увы, этого не случается. Поэтому немного мотивация не та катать эти чемпионаты. Так, ладно, ну вот мы проехали. Слава богу. Теперь давайте возьмемся за более что-то привычное. Там дальше у нас две трассы и обе машины. Это, по-моему, спешл модели. Денег у нас сейчас нету. Ну, я про раллийный чемпионат. Вот, так что давайте посмотрим, что нам можно сегодня проехать. Вот смотрите, у нас неплохой чемпионат. Тихоокеанская лига. То есть тут американские машины и японские. Сейчас надо что-то выбрать. Что-то из того, на чем мы еще не ездили. Вот смотрите, какой классный кандидат. Я еще в прошлой серии пытался на нем поехать, но там по ограничению нас не пустили бы. Вот отличная возможность протестить концепт-кар. Если вы помните, нам его тоже давали за золото в лицензии класса B, но там он был не такой мощный. Так, вот опять же у нас тут затык с резиной. Подстава. Меняем ее на суперсофт. И, в общем, этот концепт-кар, конечно, не чета тому, который был в первой части. Гораздо он мощнее, лучше. Это уже прям такой гоночный аппарат серьезный. Сейчас вот посмотрим, как мы будем смотреться на фоне соперников. Вижу, что неплохо, как минимум. И опять же, трасса отличная. Ой-ой-ой. Ну, это подбросило на траве. На камнях. Вот почему нельзя было его сделать в первой части сразу вот таким? Ну, видимо, там впервые этот концепт-кар вообще появился. И вот они его сделали таким, какой он, собственно, у Крайслера и вышел, видимо, на бумаге. А это уже доработка просто, ну, самих разработчиков игры, Polyphony Digital. В принципе, в дальнейшем они частенько будут такие финты делать, что изначально, например, появляется концепт-кар какой-то, а потом они уже применяют свою фантазию и виртуально его дорабатывают, нацепляют на него какой-то аэродинамический обвес, меняют внешность, прокачивают его, и появляется такой, ну, несуществующий как бы в реальности вариант той или иной машины. Ну, в принципе, это тоже неплохо. Почему нет? Машина-то, в принципе, все равно реальная. То есть она хоть и концепт-кар, но она существовала в виде какого-то концепта. Как раз таки... это вот просто, в принципе, можно было и в реальности создать такой же концептик.
ничего сверхъестественного. Хотя потом будут машины довольно-таки футуристические, прямо скажем. Помню, из четвертой части там машина Nike была. Там уж совсем они фантазию свою отпустили, тормозов совсем не было, и они там что-то навыдумывали с этим Найком. Может быть, еще были какие-то машины, но сейчас навскидку не помню. Сверхфутуристический, скажем так. Ну, сейчас так вообще это развилось в целую концепцию в шестой части Vision Gran Turismo. Но там уже не разработчики игры, а как бы сами автоконцерны делают концепт-кары, ну, фантазируют, в общем, какими бы могли быть машины в будущем. На движке Gran Turismo вот они разрабатывают свои концепт-кары. Но началось это еще, как видите, буквально с первых частей. Так, мне очень интересно, что же за машины нам тут будут давать. Очень надеюсь, что прокачанные. Прям нужны нам машины гоночные. Пора бы уже начать нам их давать. Ну же, и... О, да, это, смотрите, это Fire Lady. Это Fire Lady в гоночной комплектухе. Классно. Блин, жалко, что на ней сейчас не удастся прокатиться. Она слишком мощна. Четкая машина. Ништяк. Значит, за этот чемпионат нам дают все-таки уже гоночные аппараты. Великолепно. Сейчас пополним, значит, гараж прокачанными агрегатами. Так, ну а тем временем продолжаем эксплуатировать концепт-кар. Городская трасса Сиэтл. Буксует на старте довольно сильно концептик. Да, ведет себя хорошо, мне нравится, как он стоит на трассе. Он нет у него избыточной поворачиваемости, это очень радует. Довольно как бы уверенно он так идет по траектории. Хорош в управлении, отзывчив. Я бы сказал, что у него, ну, нейтральная, наверное, даже ближе к нейтральной поворачиваемости. То есть недостатка тоже нету ощутимого, по крайней мере, может быть, чуть-чуть. Хотя заднеприводная машина, ее можно, если что, сорвать в занос, и это все дело компенсируется. Но вообще классная управляемость у него, очень мне нравится. Он управлялся хорошо и первой части, но за счет того, что он там был слабенький довольно-таки, то, ну, это не особо было применимо. Да, он хорошо управлялся, но там было непонятно, то ли это из-за того, что он довольно слабый, мощей ему не хватало, и вот он просто, ну, во многих поворотах свой максимум не показывал, просто, так скажем, накатом двигался. Вот, было непонятно. А вот здесь довели до ума его, ну, как я уже сказал, и видно, что машина классная на самом деле. Не помню, есть ли он в последующих частях. Ну, про третью опять же уже говорил, что, естественно, я там и не знаю, и не видел, потому что в нее не играл. А вот в четвертой, по-моему, его уже нету, насколько я могу помнить. Может быть, опять же ошибаюсь. Не совсем помню это дело. Все-таки четвертая часть, она абсолютно громадная, монструозная. И там все запомнить очень сложно.
это уже как такое гоночное РПГ. Ну, абсолютно, вот. И в пятой части, кстати, это довели вот до логического такого завершения, что там у нас, чтобы дальше открывать чемпионаты, ввели именно вот опыт, как в каких-нибудь РПГ прям сделали фишку. Но, правда, нельзя сказать, что она была уж очень хороша. Я думаю, что хорошо, что не от нее отказались в шестой части. От этих очков опыта. Не знаю. Не так уж это и хорошо. Ну, хотя довольно забавное было нововведение, конечно. Может, если бы они его как-то разнообразили, что ли. Может, не допилили чуть-чуть просто. Потому что в пятой части зачастую там фарм этого опыта, это был какой-то кошмар. Вот это, наверное, основной минус и есть такой системы. Так, ладно, тем временем вот мы вторую гонку. В принципе, без труда одолели. Так, что же, прям я в нетерпении. Что ж еще за тачку-то нам дадут? Гоночную. Смотрим. Да, это очередной гоночный аппарат. Это Mazda RX-7 LM Edition. Если вы помните, она у нас была в первой части. Здесь она, в общем-то, практически без изменений. Но все-таки машины, те, которые были в первой части и встречаются и здесь, они все-таки чуть-чуть отличаются. Потому что во второй части, во-первых, у машин полигонов добавилось. Это заметно, ну, невооруженным взглядом, так скажем. Вот. И за счет этого у них, ну, какой-никакой диффузор появился. Ну, в задней части, естественно, машины. В первой же, в общем-то, этого как-то не наблюдалось. А здесь довольно-таки уже проработанные диффузоры. Ну и к RX-7 это тоже относится. Это, естественно, про диффузоры. Это чисто я говорю о гоночных машинах, не обо всех. На дорожных машинах такого понятия в принципе нету. На обычных. Так, ну вот, это у нас последняя трасса в этом чемпионате. Лагуна Сека. Рейсвей. Сейчас посмотрим, как концептик будет себя вести в самом знаменитом повороте этой трассы. Наверное, придется с заносом в него как-то входить или резать. Ну, ничего, так, в принципе, вписывается. Можно даже побыстрее проходить чуть-чуть. Устроили песчаную бурю небольшую, подняв песок в воздух. Такое впечатление, что у концепта горит подсветка на номере сзади. Приглядитесь, вот такой эффект есть, по-моему, небольшой. Что лампочки там горят на освещении номера. Недавно посмотрел трейлер новой Forza с Xbox One. Ну, эксклюзив. Шестая часть выходит скоро. По-моему, в сентябре уже выходит. И, блин, черт возьми, вот когда видишь эти все Next Gen гонки, также вот Drive Club, например, на четвертую Соньку, ну прям так уже хочется на седьмую часть GT посмотреть, что ж они там наворотят. Если настолько красивые гонки Drive Club, допустим, потом Forza, как я уже сказал, Project Cars,
Но обычно Polyphony Digital, они именно по машинам упарываются больше, то есть они тратят больше ресурсов на именно на автомобили, даже не на окружающую среду, не на какие-то эффекты, спецэффекты там, а вот именно на машины. И тем более мне вот хочется посмотреть, что ж они там такое наворотят в седьмой части. Но они как партизаны, блин, молчат. Ничего вообще, никаких ни вестей, ни скриншота никакого, ни утечек информации ведь нету. Такая, ну, закрытая студия. То есть, когда только хотят сами, вот тогда и выпускают какие-то релизы там, или трейлеры. А вот до этого только на словах что-то могут говорить, вот тот же Ямаучи. Ну, подогревает интерес, видимо. Да, печально, но тем в то же время как бы и интерес разрастается все больше и больше. Так, ну что же нам еще дали? О, ну да, прокачанная машина, но у нас она уже была такая 180SX. А, нет, у нас был R33 дрэговский. Вот, это второй из них. Как я тогда говорил, что есть еще одна машина. Мне один из подписчиков говорил, что еще одна есть, третья машина. Вроде как Ford какой-то, но я, если честно, не помню. Дрэговский. Так, ну, в принципе, ребят, время позволяет еще. А что, давайте пройдем еще один, вот, добьем уже этот вот интернациональный регион. И здесь чисто европейские машины. Сейчас надо что-то выбрать. Тут японки нельзя брать. А у нас в основном-то одни японки как раз. И американцы нельзя туда брать. Что бы нам взять такое? Так. О, смотрите-ка, что у нас есть. ТТ-шечка. Запылилась уже немного наша ТТ-шка. Давайте возьмем ее, докачаем до конца. Так, она у нас немец, северный город. Ага. Так, я уже, если честно, не помню, что мы на нее покупали, что нет. Сейчас надо будет проверять, прошерстить все. Ну, на мощность, по-моему, не все все-таки куплено у нее. Так, вот турбина. Ага, третья, четвертая нету. Ну, вот третья стадия есть. Полтишок еще и почти добавляет. Так. Ага. Охлаждение куплено. Выхлоп, скорее всего, есть. Да. Ну, еще, может быть, подвески нету. Ага. Ой, замечательно, куплено. Деньги не придется тратить. Так, тормоза. Тормоза тоже куплены, отлично. Так, и что же, у нас только не было куплено, получается, турбина третьей стадии. Ага, вот еще балансировка. 10 лошадок, ну, в принципе. Так, возможно, низ, что у нас за покрышки, софт. Да и пойдет. Софт нас устроит. Здесь у нас... Ой, замечательно, тоже куплено, отлично. Так, облегчение, ну-ка. Ага, третья стадия не взята. И давайте на нее купим гоночную модификацию. Хорошо она, я помню, выглядит. Такая веселенькая раскраска, яркая. Да и можно будет теперь зато ее... У нее есть избыточная поворачиваемость, ну так как у нее
недостаточный прижим заднего моста, вот можно будет уже за счет аэродинамики это поправить дело. Вот, тут Apricot Hill снова. Первая трасса, отлично. Отлично. И давайте ее аэродинамически немного настроим. Прижмем ей зад. Ну и чуть-чуть снимем прижима спереди. Хотя главное ей, в принципе, зад прижать. Так, ага, машины здесь не в гоночной раскраске сами. Не модифицированы уже до конца. Ладно. Будем такой белой вороной. Точнее, синий. Так, ну, Apricot Hill тоже великолепная трасса, я уже говорил. Прокатимся по ней с удовольствием. Возвращаясь к разговору о некстгеновых гонках, прям заметно, что тренд такой на этом поколении. Разработчики прям вот забавляются с водой. Прям вот они дорвались до этого эффекта, и во всех гонках сейчас прям такие у них кадры. Машины все в воде, капельки дождя, лужи. Все так прям блестит, по физике стекает по корпусу машин. Ну прям автомобильная эротика. Прям вот не хватало этого им, и сейчас они уже вот во всех буквально рекламных роликах, последних всех автосимуляторах, везде вот эта вода, и каждый соревнуется, у кого эта вода реалистичнее выглядит, у кого капелек больше, у кого они реалистичнее будут стекать по корпусу машины. Ну прям, не, ну смотрится действительно классно, смотрится, чего уж там говорить, обалденно. Посмотреть бы еще на это дело все в, например, ночном освещении, когда это все еще блестеть будет. Освещение это сейчас тоже на этом поколении гораздо лучше стало. И прям вот неплохо, что у меня пока, по сути, у меня сейчас нету ни одной Next Gen гонки. Да и я бы, ну, PS4 у меня нету и бокса, а комп у меня, в общем-то, всю прелесть Next Gen гонок не потянет, поэтому вряд ли это все увижу, даже если вы, у меня были, была какая-то гонка Next Gen-овая. Вот. Для этого нужна, наверное, плойка четвертая. Но не знаю. Наверное, не скоро я смогу ее еще себе приобрести. Сейчас цены, блин, ползут вверх. И не знаю, кризис этот. Хотя, блин, сейчас игр уже довольно много вышло на четвертую Соньку, конечно. И сейчас уже имеет смысл ее брать. Но смысл-то имеет, как говорится, желания не совпадают с возможностями. Вот, а современные гонки, конечно, хотелось бы погонять. Чего уж там говорить. Drive Club, кстати, говорят, ругали там поначалу, ну, что-то разработчики там намудрили. Выпустили сырую версию, но сейчас вроде допилили, сейчас там погоду вот прикрутили, о чем я уже говорил, что там трейлер выходил. Как там все великолепно это выглядит. Ну, тоже, в принципе, неплохие гонки аркадные, вроде как. Да, ну, в общем, появляется все больше современных автосимуляторов гоночных. Пока лишь Гран-туризма немножко отстает. Ну, надеюсь, наверстают разом все в седьмой части. Будем на это надеяться. Так, ну что же нам дали теперь за этот еще чемпионат?
Надеюсь, тоже прокачанное что-то. Ох ты! Ну просто. Просто. Это лучшая, наверное, одна из лучших машин первой части. Супра Кастрол, в общем-то, это, ну, она также практически выглядит как и спешл модель. А в первой части то же самое, как и с RX-7, которую мы тоже заработали недавно. Единственное, что у нее здесь чуть-чуть отличия, опять же, в задней части появились, там дорисовали, прорисовали, проработали ей лучший диффузор задний. Эта часть стала мне выглядеть по-другому. А так, да, это все та же Супра Кастрол. Спешл модель. Ух ты, смотрите, какой Поршик-то настырный, а? 911-й. Неужели бросит нам вызов? В принципе, до этого проблем не было с ними. Соперниками. Хотя, опять же, мы здесь уступаем им порядка. Ух ты! Молодец! Уважуха тебе! Так, у нас сколько там? Чуть меньше 400 лошадей, а ограничение тут 542, да? Ну вот, где-то 150 до максимума не хватает. Ну, правда, они тоже, конечно, как обычно, здесь не под верхнюю планку. Наверное. Хотя вот точно не знаю, сколько вот, например, у того же Порша вот этого вот максималки. В смысле, лошадиных сил максимальных. Может, тут тоже где-нибудь мухулёж присутствует. Не задавался таким вопросом. Еще, конечно, не хватает полноценной лицензии Polyphony Digital на именно на Porsche. Все-таки печально, что как-то вот, не знаю, Electronic Arts смогли выкупить единолично это право, и ну, такие они там суровые ребята, никому не позволяют больше использовать бренд. За счет этого, конечно, модельный ряд немножко страдает у Gran Turismo 2 именно вот Porsche. Не все они, видимо, могут выпускать под маркой RUV. Ну, не знаю. Может быть, как-то что-то в седьмой части изменится. Может, Electronic Arts все-таки как-то ослабит хватку на немецкий автопром в лице Porsche Фердинанда. Так, ну тем временем мы наматываем круги по Grand Valley Speedway по длинной ее конфигурации. Хорошая трасса. Да что там хорошая, отличная трасса. Оригинальные, я уже сколько раз говорил, оригинальные трассы здесь практически все отличные. Ох ты, уперлись в ограничения. Ну, напрямую лучше немножко самому, до того, как он упрется в ограничения, чуть-чуть сбрасывать газ, потому что на прошлом круге он с 10 километров где-то напрямую сбрасывал, а так 2-3 раза сбросил. Ну и держишь в этих пределах скорость. Можно, если будем ее где-то использовать, еще ТТ-шку, можно будет подкрутить коробку передач. Хотя, думаю, ее мы, наверное, нигде использовать больше не будем. Если что, прикупим спешл модель. Она еще покруче, она чуть мощнее.
и ведет себя еще покладистей. Ну, в общем, хороша машина. Смотрите, как кто-то отстал. Одна машина. Все, в принципе, едут довольно плотной кучкой так за нами. Не отстают. И кто-то один изгой попался тут. Который уж прям слишком сильно отстал. Интересно, что ж там такое за мелочь такая. Ага, Лотус стоит. Странно. Странно. Настолько сильно отстал. Ну, может быть, он ошибся где-то. Потому что... так уж сильно проигрывать, если он и послабее может быть, но не настолько. Так, очередная машина, прям руки чешутся. Ну что же там, наконец-то у нас пополняется гараж гоночными болидами, давно я этого ждал. Ух ты, еще один Sky Зексель R33 Skyline в гоночной комплектухе. Ну блин, классно. И осталась у нас последняя гонка здесь. И, соответственно, последняя машина. Будем надеяться, что за нее нам дадут не какой-то повтор, который уже был, ну, машину имею в виду, и не что-то типа там дрэговского Skyline, а что-то такое, что можно использовать. Так, и у нас тут Рим на очереди. Мерседесы. Даже там, по-моему, два Мерседеса. Да, блин, прикиньте, тут 2 часа предстоит нам стирать колеса на этой трассе в эндуранс чемпионатах, пылить по ней. Ну не знаю, какая длиннее получится. Тут еще одна есть длинная, вот 2 часа по этой трассе, по Риму. И есть еще 200-мильная гонка по Лагуне Секе Рейсвей. Но, если честно, не знаю, какая из них длиннее. Так, что-то подозреваю, что все-таки Лагуну Секу 200 миль можно проехать быстрее, чем за 2 часа. Не помню, если честно. А, ну еще одна длинная гонка, естественно, куда же без нее. Это так же само 300 километров Гранд Волей. Но она тоже, в принципе, за 2 часа не зайдет. То есть меньше, чем за 2 часа проходится. Поэтому, вот, в общем-то, здесь уже, в отличие от первой части, здесь 3 вот таких длинных гонки добавили разработчики. Ну, вот такой формат, это еще, это нормально. Если честно, даже не хватает этих гонок в шестой части многочасовых. Разработчики слишком перепугались, когда их стали сильно критиковать в пятой части за 24-часовые гонки и возможность даже начали там сейваться посреди гонки. И, в общем, они ва-банк пошли и вообще их выпилили. То есть там самые сейчас длинные гонки длятся, ну, смехотворно. То есть сейчас они называются 24 минуты Лимана, там 24 минуты Нюрбургринга. Ну и это, конечно, маловато для такой большой уже игры.
какой является шестая часть. Надо было все-таки хотя бы вернуться к формату вот, ну, первых там игр серии, первой, второй части. Хотя, в общем-то, в пятой, 24-часовая гонка, она там не впервые далеко появилась. Я точно помню, что 24-часовые гонки были еще и в четвертой части Gran Turismo. Просто что единственное, их можно было там в любой момент переключить в режим беспек, и если ты устал, за тебя продолжал ехать бот. И в этом режиме еще и можно там время ускорять. Ну вот такие фишки. Просто надо было им как-то в пятой запилить это дело и примотать тоже вот такие какие-то фишечки. С ускорением там, может быть, беспек перейти, но они решили на крайности пойти и совсем выпилили. Мне тоже это не очень нравится. Надеюсь, в седьмой части они многочасовые гонки вернут. Хотя бы в формате там 2-3 часовых гонок. Очень на это надеюсь. Довольно, потому что это специфические гонки такие. И мало где они еще вообще присутствуют. Это отличало, по большей части. Одно из отличий таких положительных было Gran Turismo. Так, ну что же, смотрим, что нам дали последнее. О, смотрите, еще один Sky. Классно, классно. Прямо у нас гараж пополнился сразу несколькими великолепными болидами. Хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Так, ладно, давайте на этом попрощаемся. Серия, в принципе, довольно сильно распухла из-за этих двух чемпионатов. Но думаю, что получилось довольно интересно и увлекательно. Смотрите хотя бы на то, сколько мы классных тачек заработали. Не часто с нами такое случается. Ладно, все, заканчиваем. Спасибо всем огромное, что смотрели. Подписывайтесь обязательно, кто еще не подписался. Комментируйте, ставьте лайки. Ну и с вами, как всегда, был Скудер. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока и удачи на дорогах.